Вот с такой легкостью Алика Матушкина, ученица 17-й школы, забрасывает мячи в корзину. Занимается она баскетболом уже не первый год. Ну, третий год сейчас уже прохожу. Чем тебе нравится игра такая? Ну, интересно, и я люблю игры с мячом. Но я хочу на Олимпиаду баскетбол попасть. Да. Ну а пока Алика вместе со своей командой из 17-й школы занимается баскетболом в рамках проекта компании «Уралкалий» «Развитие баскетбола как массового вида спорта среди детей и подростков» и принимает участие в школьной баскетбольной лиге, которая, стоит отметить, проводится лишь в Соликамске и Березниках. Действует этот проект уже на протяжении 5 лет. За это время детишки не раз ездили на всероссийские турниры по баскетболу, отправлялись на сборы в Сербию, ведь именно оттуда к ним приехали лучшие тренера и обучают их командной игре, такой как баскетбол. Кроме этого, компания «Уралкалий» для тренировок с мячом детям, а их сейчас занимается более 1600 человек, были созданы спортивные залы. А для большего сплочения у юных баскетболистов есть своя удобная форма «Калий Баскет». Баскетбольная лига не просто игра для третьеклассников. Здесь они узнают, какая школа города лучшая в баскетболе. Так в этой школьной лиге приняли участие пока лишь школы, расположенные в Боровске. Затем узнавать, какая баскетбольная команда лучше, будут ученики из школ в южной части города. Подобные игры проходят и в Березниках. И уже после этого лучшие две команды отсюда, потому что это две как раз подгруппы, и две команды, которые будут лучше именно уже там, примут участие в финале 4. Финал школьной баскетбольной лиги среди третьих классов пройдет уже в конце февраля. И в ней точно примут участие ученики из 17-й школы. Ведь они попали в финал со счетом 48-9, обыграв 14-ю школу. Ну, для мини-баскетбола, да, существенно большой разрыв, как бы редко можно наблюдать такие. Ну, эта игра, в принципе, не сложная, вот, более сложные соперничества будут еще впереди, вот, ну, как бы справились, ребята молодцы с поставленной задачей. К слову сказать, юные баскетболисты из 17-й школы всегда показывают хорошие результаты на турнирах. С каждым разом они все больше и больше добиваются успеха в командной игре. И, быть может, в финале 4 именно команда «Калий Баскет» станет новым чемпионом школьной баскетбольной лиги. Евгения Константинова, Максим Перелыгин, телекомпания «Соль ТВ».